Разбитые дороги и неухоженная детская площадка теперь в прошлом. Жители домов номер 35 и 35А по улице Волжской в Новоульяновске не нарадуются новому двору. С 1984 года площадку ни разу не ремонтировали. В этом году заасфальтировали дорогу, установили бордюры и детскую площадку. А главное, сделали уголок для жителей старшего поколения с лавочками и урнами. Все. Дорогу сделали, дороги, площадки, бордюры сделали, все сделали. Под подъездом стояли, сидели каждый у себя, а сейчас весь дом собирается, общаемся всем домом. Так что у нас очень хорошо, спасибо. Двор вошел в федеральный проект формирования комфортной городской среды. Все работы контролировали сами жители. Подрядчики устраняли недочеты в ходе ремонта. Нам поменяли трубы, нам поменяли несколько раз, сделали такой большой слив, сделали вот такие вот площадки, поставили скамейки. Нам уже дали краски, мы тут все покрасили, очень много. Работали все лето, пока не сделали так, как хотели жители этого дома. Ремонт прошел и в других дворах Новоульяновска по улицам Ремесленная и Ульяновская. Заменили уличные светильники на новые энергосберегающие, а на часть тротуаров уложили брусчатку. На работы было выделено около 10 миллионов рублей. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.